что мы приложили, ну, все усилия, которые мы могли приложить к этому комплексу. Вы, наверное, оцените наши усилия, скажете нам и приятное, и то, что мы не смогли сделать для того, чтобы вас, может быть, удивить или порадовать. И я бы хотел, чтобы вы посмотрели всех тех, кто, ну, принимал самое активное участие в этом проекте, всех тех, кто трудился над ним, чтобы они вышли, чтобы вы на них посмотрели, чтобы они были ответственны за ту работу, которую они сделали. Я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы приехали, за то, что вы нашли время, за то, что мы с вами здесь отпразднуем наш маленький праздник. Мы очень рады видеть здесь наших клиентов, благодаря которым этот праздник стал, наверное, таким масштабным и важным событием для всех. Поблагодарить наших агентов по продаже, компании «Винсент», Оксана и Эдуард Филиппова. Спасибо вам за то, что вы нас познакомили с такими замечательными людьми, нашими клиентами. Спасибо. Человеку из присутствующих здесь. Владимир Романович, подойдите, пожалуйста, к нам. Дорогие друзья, прямо сейчас вы видите преемственность поколений. Что вы за свои дела? Давайте поаплодируем генеральный директор компании.
Thank you.